Всем привет! Привет, привет, да. У нас 8:20, мы вышли погулять. Идем с Даяшкой на площадку детскую. Смотрите, сколько листиков, так прикольно вообще, все желтое. Да, Яне очень нравится по листикам бегать, это прям ее любовь. Раньше были лужи, сейчас... О-оу! А кто упал? Чего такое? Главное, чтобы не в какахе. Ну? Вау! Подожди, стой, стой, смотрите, это... Это ж земля. Ну, пойдем так гулять. Тебе все равно руки грязные будут. Стой, подожди, я вытряхну. Вот ты умудрилась. Ну, никак. Пойдем гулять так. Сейчас все равно в песочке будешь ковыряться. Красота какая. Единственное, все мокрое. Но все равно очень красиво. Смотрите, какая. Вообще. Листики, да? Все желтые. А мы куда идем? Даяна, куда мы идем? Ладно, пойдем мы в парк гулять. У нас уже 2:30, я только-только разбудила Даяшку, она уже кушает печеньки тут. Ты кушаешь печеньку? Всем привет! Покажи, как это открыла печеньку. Да? Лохматая, потому что только-только встала и сразу мы побежали уже полдникать. А у меня будет кофе. И тоже такие же самые печеньки, как у Даяны, вот эти типа без сахара, более-менее полезные. Знаете, все равно иногда печеньки хочется, а брать неполезные печенья не вариант вообще. Ну и самой получается не всегда готовить. Подожди там, давай я тебя подвину, потому что сейчас будем полдникать. И может быть, скорее всего, скоро мы пойдем, то есть поедем даже. Еще пить? Да. Смотреть квартиру. Сейчас я вас поставлю тут. Так, многие знают, что я ищу квартиру. И сегодня на вечер, если мы с хозяином договоримся, потому что мы все не можем договориться, я съезжу, посмотрю одну двухкомнатную квартиру. Да, конечно, я не хотела двухкомнатную, потому что мне не очень хочется быть с Даяной, потому что она ложится в 8 часов вечера. И, естественно, с 8 до там, 10 до 11 вечера мне придется сидеть на кухне, потому что я смотрю фильмы, иногда разговариваю по телефону, включаю свет. Естественно, я ребенку буду мешать тогда спать. Да, она у меня спит в шуме, все, но не знаю, как она сможет спать, если я буду сидеть там тараторить, например, вечерами. Так что вот так вот. С Миланой их соединить в комнате нельзя. Милана все-таки учится, Даяна ей будет мешать. А трешка, увы и ах, дорогая. Я пока не могу найти меньше, чем за 500 евро трехкомнатную. Я имею в виду с хорошим ремонтом, с хорошей техникой. Я не хочу жить в обдрепанной квартире. Короче, не знаю. Даже двушку тяжело очень найти за 350. Вот сегодня как раз за 350 и пойду смотреть. Я очень надеюсь, что я ее посмотрю, потому что... Осталось там 3 недели, на 4-й уже пора вещи паковать, а я даже ничего не знаю, ничего, короче. Ладно, как будет, так будет, правильно? Ладно, я сейчас покушаю, мы пойдем туда с вами убирать гостиную, а то Даяна там, чувствую, сейчас наведет, там уже там все там ту-ту-ту летает, порхает. Вот что сделал мой ребятенок, пока я просто...
Полдникова, а сейчас стоит там. И что ты ешь? Пить? Ну, пей водичку. Я сейчас хочу быстренько это все убрать. Поставила сушилку. Надо развесить белье. И хочу опять Вот где моя поварешечка. А я ее ищу. Так, и тут у нас. Ну, в принципе, немного. Я не убирала тут сколько? Недели две, наверное, да. Сейчас я быстренько все это переберу, рассортирую, все это сложу. И все. Кстати, смотрите, какие песенки. Миленький, походи, вот так, вот сяк. Услышала, прибежала. Все, будем убираться, да? Будешь маме помогать? Взяла мне тачку, сломала эту. Надо как-то ее сделать, чтобы она не ломалась. Я не знаю, я, может, ее уже запакую. Как раз к переезду понемножку готовиться тогда буду. Да, скорее всего, я сейчас ее скручу этим скотчем. И тогда уже буду, наверное, в один угол туда вот уже складывать вещи, какие к переезду. Вот эти домики, наверное, тоже уже буду скручивать понемножку, потому что потом за одну неделю очень тяжело будет все сделать. Музыкантка? Ты музыкантка? Нет? Как это нет? Я же слышу, какая ты музыкальная. А ну-ка, давай еще. Давай. Ай, какой концерт! Ура! Первое место занимает Даяна! Скажи, мать, ты что, с ума сошла, да? Все, будем сейчас убираться, будешь сейчас помогать мне, все. Все, мы с Даяшкой прибрались в комнате. Чистота, порядок. Осталось развесить одежду, но еще 14 минут ждать до конца стирки. Что ты там выискиваешь? Опять шкодничать будешь? Не буду, не буду. А что ты хочешь? Теперь так у нас красиво, чистенько там. Ненадолго, как всегда. Эх. Зажгла свечку. То кофейную. Такой приятный аромат у нее. Кайф. Эти хочу убрать. Не знаю, надо их дожечь как-нибудь. Осталось совсем чуть-чуть. И, наверное, прикупить еще одну такую. Надо сходить в магазин. Если будет скидка, то куплю. Вот, кстати, Даяшка пару раз зацепила тут. И стаканчик-то поцарапался. Хотя, знаете, он такой мягкий, приятный. Ну, как мягкий. Ну, типа мягкого что-то. Вот так. Что ты делаешь? Ой, на улице такая прелестная погода. Солнышко светит. Так и хочется выйти погулять. Но надо готовить ужин. Мы утром погуляли 2,5 часа где-то. Не знаю. Ой, красота вообще. Народа нет. Надо что-то делать по дому. Ты где? Она у Миланы там в комнате. Носится. У нас уже 7 часов вечера. Мы сейчас идем в магазин. Главное. Даяшка кричит. Да я, Милана, не надо ее так, раз она кричит. Что такое? Милана тебя катала? Да. Мы сейчас идем в магазин. Хочу себе купить постельное белье. Там сейчас скидки неплохие. Вот там едет полиция. А нет, скорая. Я все время ошибаюсь. Полиция, скорая.
Пожирная. Так, ну что, надеюсь, мы за часик справимся, потому что в 8 часов до Яшки спать надо идти. Как прикольно. Поздно вечером так выглядит. Пришла домой только что и слышу тут такая тудух. Красота. Ну все, почему так мало? Ой, а я тут готовлю себе хлебцы с маслом и с колбасой. Ой, что так темно? Так, сделаю еще себе кофеек. А то я не ужинала. Мы как-то быстро вышли, я детей покормила, дети сами покормились, кто как. И я как-то совершенно забыла. Кстати, на улицу я так есть захотела. Вот сейчас пришли, уже, кстати, 8:30, да, 8:30. А я захотела жутко есть. Ну ничего, завтра спортом позанимаюсь. Все съеденное сегодня почти сразу уйдет. Так, сходили мы, кстати, к Сенукай. И увы, и ах, там не было моих размеров, там не было даже Миланиных размеров. Короче, не знаю, бесит, знаете что? Не во всех магазинах есть то, что надо. Не знаю, мне это дико не нравится. Приходится бегать, куда-то выискивать именно твой размер. У меня, например, 2 на 2. И этот размер не всегда везде есть. Есть 2 на 220 или 160 на 2. У Миланы раньше был 135 на 2. Сейчас мы поменяли, ей 150 на 2. И тоже я скажу, что нелегко найти такие размеры. Короче, прям выбесило. И мне так понравилось два комплекта. Но, увы, я не знаю, завтра, если получится, съезжу в Икею. Посмотрю там тогда. Я не знаю, будут там размеры эти, не будут. Короче, обидно. Просто так сходили, можно сказать, и все. Ну ладно, зато теперь буду знать, что там наших размеров нет. У меня сейчас не будет вкусненько. Но я так, чисто чуть-чуть. Всего лишь два бутерброда и полная чашки кофе. Думаю, мне этого хватит. Ладно, буду с вами сегодня прощаться. Так что ставим пальчики вверх, подписываемся на наш канал. И всем пока-пока!